Here's Johnny! Я, конечно, жив. Всем привет! Где я? Ну, ты там же, где был. Здесь темно, я ничего не вижу. Я смотрю, ты еще жив. Мэри? Мэри? Это ты? Is that you? Кто это еще может быть, тупой дебил? What's happening? Что происходит? Where's your mother? Где твоя мать? My mother. Моя мать? You killed ты убил her, ее, remember? Помнишь? Yes. Да, так она тебя спрашивала, дятел. That's right. Верно, я убил ее собственными руками. I killed her. With my own hands. Ну выстрели ты, он же сейчас поднимет за тебе жопу на дереве. What a horrible thing. Что же я наделал? I was too weak. Я был слишком слаб. Я поддался его влиянию. You mean, то есть, ты стал одержимым? Father. Отец. Ой, пистолет бросила, молодец какая. У него глаза разные. Да, мной манипулировали. Дьявол по имени Вергилий. Named Virgil. Virgil? Вергилий? Он хочет возвратить мир демонов в настоящее время. Мир, когда-то запертый Спардой. Спардой? Я думал, это легенда. Если вернутся демоны, этот мир будет повергнут в хаос. Останови его. Я тебе говорил, надо было ему голову рубить. Вергилий, не слушай никого. Останови Вергилия. Не слушай никого, сейчас и отхватит за это. Да не, я сам остановлю, ты не лезь. Ты такое милое дитя, совсем как твоя мать. И, видимо, все. Падай. Упала. Папа. Ну, то же самое. Что ж, всем привет. И добро пожаловать на канал Джонни Плей. Как вы поняли, мы продолжаем проходить Devil May Cry часть 3. Да, книгу надо вернуть в библиотеку, а то наругают. А, нет, ну нет, так нет. Хотя библиотекарю книгу мы отдали, так что все вроде как нормально. Яростные глаза. Вергилий. А я и предлагал, давай ты пойдешь моего брата убивать, а не я. Организуйте гостю из прошлого достойную встречу. Кому? Так. Чтоб мне не налажать, как в тот раз. Да какой 3000? Ты куда эти... Куда ты эти души жрешь? Ты их что ли? Что... Так, по оружию у нас нормально все. Начнем. Так, управление. Ага, понял. Вспомнил. Там кто-то есть. Отлично. Убил? Убил. Не то. Так, прыгать. Сейчас бы вниз не упасть. Хорошо. 4 удара, как всегда. Пара-пара-пама, куда идти? Ух, слава богу. А, нам вниз. А далеко вниз? Вот эта карта прям... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Думал, я не замечу, да? Наивный черт. Звезда дьявола. Ну, на крайняк будем думать, что это лечилка, которая восстанавливает просто полностью здоровье наше. Так и знал, что-то есть. Только я туда в жизни не доберусь. Так, а если вот сюда? Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Тихо-тихо. По чуть-чуть. Вон. Часть синего шара. Одна из 4. Разбогатеем, купим еще 3. Ой, длинные коридоры. Это плохо. И кровавые следы. Еще хуже.
кто это, клоун? Кто это? Вы кто такие? Блин. Да пошли они нахер, что-то они не нравятся. А, пошли они нахер, конечно, пойдут они нахер. Да они... Ты чё, Скотт? Ты чё делаешь? Отвали нахер. Так, берем меч. Отлично, один остался. Где он? Непонятные враги, они меня вроде даже не били. Хер поймешь. Загадка. Так, наверху ничего нету. Че, как? Я могу поссать в вагоне, если надо их затушить. А, нет, не надо их тушить. Ладно. Меч. Круто. Давай заберем. Что это такое? Шмальнуть? Нет. Ладно, предположим. А ты быстрее его бить не можешь? На статуе выглядит три странноватых лица. Два лица плачут кровавыми следами. Значит, еще два камня вставить нужно. Как тихо, твою мать. По-моему, это самое тайное место, которое я видел в своей жизни. Тихо. Давай. Так. Давай. В принципе, если у нас ничего не выйдет, можно пойти к каким-нибудь грузчикам подработать. А, все три лица. А, вот оно как. А я думал, наоборот, надо перестать им плакать. Пять битвы. Так, ну это смертушка, с ней мы уже не раз виделись. А чё это я, собственно, наверху? Пошли к гостям. Чё она делает? Телепортируется. Так, кем бы сначала заняться? Так. Ах ты, Скотт! Как уклоняться от таких ударов, я не пойму. Скотина. Так. Летит. Да блин! Так, тихо. Давайте испробуем, в принципе. Ага. Понятно, это не... Нихера это не лечилка. Все-таки это демоническую сущность нашу восстанавливает. Давай, заруби ее. Твою мать! Давайте пусть ХП-шки восстановим, пока что не знаю. Так, тихо. Что-то он слишком сильный.
ты мудак. Да идёт твою мать, но нельзя уклоняться. Если уж за... Да твою... Блин. А, не, нормально. Правда, ненормально, ни хрена. Я одну-то потратил. Лечил. Черт возьми. Насобирают всяких полумертвых недобитков. И добивай их потом. Пусто. Так, 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 так. Как бы нам тут аккуратненько спустить? А никак, он сюда не прыгает. Нет, нет! Я думал, я просто встану на нее. Тележка воздержания. Так, не порезаться бы. Короче, мы там какую-то штуку потеряли. Я не знаю, если можно будет на ней обратно поехать. Скатаемся. Так, их надо все в одной стороне держать. Иначе жопа. Так, 3600. Давай, молодец. 3700, да блин, почему так мало даете? В него стреляй. Один выстрел, нормально, слушай. Хорошо. Так, а мы обратно можем прокатиться? Интересно. Ну что ж, ради чего это все было-то? Вот это что-то бьется. Непонятно. Так, вот тут. Надо ты эту сиреню. Пошла ну нахер, короче. Так, давайте я приостановлю, и мы посмотрим уже на обратном пути, когда поедем. Что ж, продолжаем. О, горячо тут, слушайте. Магазин. А купить мы можем чупа-чупс максимум. О, смотри-ка. Купили при... А, желтая есть. Че, будем? Ну да, надо лечиться. Хер ли сделать пищу. Вариантов-то нет других. Палата пыток. Конечно, босс, да? Какой-нибудь. Давай, босса. Жду босса. Что-то все расплывается, может, этого, от этого? От пара. Спорто! Спорто! Ты че, горилла?
О, какой невежливый. Тебя мама не учила, как пользоваться дверьми? Я не Спарда. Этот запах. Я знаю его. Да я мылся, отвечаю. Ай, ну ладно тебе. В следующий раз попрызгаюсь одеколоном. Хорошо? Это спрат предательства. Этот запах. Проклятие Спарды. Я уничтожу всех, кто кровью связан со Спардой. Хере ты брата моего не уничтожишь. Чё? Почему у всех претензий ко мне, а к нему нету ни его одного? Нечестно. Сынок убирает за своим папочкой, да? Знакомая история. Ух ты, сучий потрох. У кого какие варианты, как его убивать? Жопа. Валим, валим, валим. Блядь, ты мудак волосатый, сука. А чё будет, если мы сейчас умрем? Все, конец. А если нам сделать вот так вот? Я не уверен, что что-то из этого выйдет, но тем не менее. Попробуем. Да-да-да, Спарда, обезьяна, запах плохой, я помню. Начнем. Валим. Да ну нахер, как... Ты как меня достал, чмошник? Так, тихо. Валим. Не-не-не-не. Тихо-тихо-тихо. Тихо. Значит, пока мы в обличии демона, нам урон не наносят. Вот так вот, когда мы из него выйдем, нам жопа. Падаешь? Нет, не падаешь. Ты что делаешь? Ты что, мудак? Что он делает? Блёха-муха! Чего? Пошел ты нахер! Так. Да чё эти души, чё они помогут что ли? Давай, блядский ты мудак! Сюда беги! Надо его как-то сюда, наверное, заманить. Блёха-муха. Вот это он дал. А мне вообще сейчас не вариант с ним сражаться. Я его не убью в таком состоянии. Пока он глаза свои не потушит... Вообще не вариант. А как сражаться? Обычно, если на тебя кто-то бежит, ты просто башкой его в стену ведешь. И все. А тут же так не выйдет. Короче, в жопе. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Блин. Что он делает? Стоит. Нам нужно как-то заработать демонский вид, срочно. Такой сложный, надо его зарубить. Тихо. Что делаешь? А.
Собака почти попал. Еще? Правде говоря, думал, я уже заработал демонический вид. Казалось, хер. Может, сейчас? Валим. Я не знаю, если мы сейчас умрем, я буду... Так, мы чутка полечились. Ладно. Хера, ты в рукопашную пошел, что ли? Охренеть. Наяривай, наяривай. А! Ёбаный. Слышь, козлина. Валим. Блин. Беги. Не-не-не-не-не-не. Ну как так, они самонаводящиеся, от них херу клонюшь. Блин. Я откуда? Что ж, давайте на этом мы с вами закончим. Начнем уже прям с этого козлющего босса. А пока подписывайтесь на канал, ставьте пальцы. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.